Врачи центра медпрофилактики сменили больничные кабинеты на торговый центр. Пациентов обследуют без талонов и очередей. Здесь можно замерить артериальное давление и проверить уровень сахара и холестерина в крови. Ну, акции нравятся, потому что все равно надо, не всегда же в больницу идешь. Поэтому, когда еще холестерин и сахар еще это проверяют, так вообще прекрасно. Все желающие смогли получить консультацию врача по болезням сердца и взять направление на обследование в больницу. Первый признак заболевания сердца – это бывает боли в области сердца, колющие, ноющие, жгучие характера. Если появляются такие боли, надо немедленно обратиться, значит, в лечебное учреждение за медицинской помощью. Я рекомендую, кто людям старше 50 лет, периодически измерять артериальное давление. Здесь и будущие врачи, студенты Альметьевского медицинского колледжа. Они же участники движения «Волонтеры-медики». Они напомнили горожанам о том, как важно следить за своим здоровьем. Посетителям торгового центра студенты раздавали листовки. Информация, симптоматика, имеется в виду симптомы заболевания, как он лечится. А для школьников студенты-медики организовали квест. В честь Дня сердца все задания посвящены сердечным заболеваниям. Здесь все, что показывают, например, симптоматику инфаркта, инсульта, например, измерение артериального давления у нас здесь есть. Медики выходят в торговые центры для проверки здоровья альметьевцев не в первый раз. Акции проходят регулярно и будут продолжаться. Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.